бурьянчик растет. Очень пахучее растение. Хорошо. Вот такая вот травочка. Что-то поймала. Прямокрылая. Ну, она же по ним специализируется. Прямокрылая. Паук аргиопа. Иногда его можно встретить в статьях про самых ядовитых пауков нашего региона. Живем мы в Украине. Но на самом деле паук не смертельный. В общем-то укусит, если максимум будет больно. Почему максимум? Потому что меня в детстве кусали, но кожу прокусывали, а яд оставался на поверхности. Но говорят, что больно, если укусят. Тем не менее, неоднократно кусали в детстве, ничего страшного не было. Экспериментировать, опять же, не советую с укусами, потому что неизвестно, есть ли на него аллергическая реакция у кого-то или нет. Короче, аргиопа, поскольку все равно разрушили ее паутину, потому что нам нужно пройти здесь. В других местах пройти сложно. Сейчас покажу. Вот беру ее на руки. Блин, сбегает. Одной рукой неудобно, но сейчас сделаем все. Сейчас вам покажем этого паучка. Да. Есть. Сейчас, бум. Ну, короче, вот паук. И вот он, видите, беру его в руки, в принципе, не кусает. Но если его придавить, может быть, и укусит. Ладно. В общем, не мучаем тебя больше, хватит тебе на сегодня. Еще одна аргиопа, покрупнее немножечко, чем та, которая была, да, вроде бы. Так, она снимает, по-моему, да? Да, снимает. Угу. Ну вот такая она, да. Вот эту лучше видно, потому что там в траве не особо. Хотя она ленивая. Надо быть быстрым. Там чуть-чуть расстояние, да, потому что там 20 сантиметров нужно хотя бы. А я вижу, я же фокусируюсь по резкости, ну, я же на нее специально фокус. Ага. Там просто бывает, что если ближе 20, она размывает в любом случае, даже если наводишься. Она может незаметно сразу. Цикады, кстати, кричат, вот. Цик-цик-цик-цик. Да. Мы в прошлый раз видели. Ну вот, пускаем обратно к паутине. Топал в сторону тростника. У него 5 пальцев, вот сейчас. Да? А, ну видно, да. Да. Ну видно, да. Ну и лапа такая, знаешь, не похожа на собачью. Ну и все. Пошел куда-то. А вот здесь, по-моему, его забрали инопланетяне, нет? А, нет, я же шучу. Да, пошел где-то здесь. Кстати, напомним, что это растение называется тростник, а не камыш. В общем, решили перебраться на другую сторону, посмотреть тех животных, ради которых сюда пришли сегодня. Все портики.
Надо было их вначале собрать. Ну ладно, нормально. Да, местами грязь горячая, но тут нормально. Кстати, куяльницкая грязь, кто не знает, считается полезной. Не знаю, насколько полезно ей обмазываться, но люди обмазываются. По крайней мере, не хуже, чем какая-то народная медицина. Очень соленый лиман. О, приятно, слушай, прохладно так ногам. А сейчас пойдем снова в горячую, Ага. Именно пресного водоема, да? А, уже не пресного. Запутались. Хрен поймаешь. Что делает этот человек? Он ловит хищное насекомое. Ребят, то, ради чего мы сюда пришли, мы нашли. Не в том количестве, конечно. Вот оно. Гроза Одесского региона. Каракурт. А не знаю, будет ли видно или нет. Посмотри. О, блин, сбежал. Ну это без проблем вытащим его. Оно, видишь, вон оно торчит. Плохо видно. Да. О, вот еще одна немка, кстати. Так что ты говоришь, это ядовитое насекомое жарится? Ну, коса. Мохнатыми муравьями называют. И у нее жало, ты говоришь? Телескопическое длиннее, чем она сама. То есть она его высовывает в случае опасности или что-то? Туда спрятался. Короче, вот нашли много паутины, не знаю, видно или нет. Не хочется туда пальцами лезть. Вот, на темном фоне. Вот такая вот паутина у них и должна быть. Он, по-моему, сбежал туда, вот в это самое. Нашли похожего паука, ложного каракурта. Стеатода называется. Вот такая у меня соответствующая, характерная. Не знаю, может, фотографию скачаю в интернете. Характерная у них наподобие полумесяца. А вон он сидит. Он есть, да? Сидит. Где? Вон. Вот, видишь? А, ну он какой-то мелкий вообще. Не, ну вообще выглядит как-то по-другому. Да не, вон он повернулся к тебе. Да, очень вижу. Белое что-то на конце брюшка. Это яйца, наверное. Пока увидели только одного каракурта, и тот был не очень больших размеров. Так что продолжаем поиски. Но паутины такой, как... Вот так всегда, вот как так всегда. Да. Паутины немерено. Вот, паутинка здесь, она прямо она очень хорошо плотная. То есть вот паутина... Не знаю. Ну, какой классный. Это кто, паук или клещик? Смотри, это клещик краснотелки. Вот еще. Нет, такие просто лапы длинные. Я знаю этих. А у них разные бывают. Длинные лапы. Он даже сейчас покажу. Вот возьму. Паук какая-то не каракурт. Вот. Ага. Вот. Кидаю эту штуку. Падает, вообще не провалится. Можно вот так вот кинуть. Вон плотная паутина достаточно. Батут. Батутик, да. А вот нора тарантула. Ну, тарантула нам сейчас не нужна. А вон дорожная оса, прикольно. Абелиды? Кто-то на велосипеде здесь ездил, вот. Они же тоже очень больно кусаются, да? Пантелиды, ну, не бой, не так, чтобы больно. Так. У них же яд заточен на парализацию.
Не, я знаю какие-то дорожные хвосты, там же у жирения, по шкале у жирения, по шкале силы жирения на втором месте, да? После этих огненных муравьев. Да, по муравьи пули? Или да. Огненные? Там же есть шкала у жирения. Я понял, да. Вот. Это что, во, не наш, во. Ну, вон какой. Да, не наш. Что там? Да, хочу тарантула достать, показать на видео. Он как-то нападает, но слабенько. Кусает ее, но не хочет вылазить. Давай, давай, о, вон морда. Торчи, давай, давай, давай. Ой. Ну. Блин, найти бы такого трусного, настоящего тарантула. Тарантул или каракурта? Ой, да, каракурта. Ну да, тут мелкий был. Да, да. Давай, тебе надо показать людям. Выходи, не стесняйся. Как я их раньше видел. Давай, давай. Такого именно неприятного именно. Во всем. Блин, я первый раз этих клещиков вижу. Да? Красотелок? Просто я обычно вижу таких маленьких, они круглые, у них очень короткие лапки. Их вот очень много везде. А эти такие еще хищные. Ситусеи. Есть же еще и водные. Гидра скорее. Ооо! Вот это, конечно, паучок. Тихо, 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 паучок, тихо. Тарантул? Да, 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 тихо, 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 медленно, медленно подходи. Он вылез. Какой крупный. Ты его выдразнил? Да. Видишь? Его нормальный такой. Только палочка сломалась, он сейчас заберется обратно. Можешь его дернуть? Не, я просто не хочу его допустить. О, да, нормально. Все. Самка такая. Давай тогда уходи. Кш, кш. О, смотри, вылез целиком. Южно-русский. Да, южно-русский. Вот сейчас надо тоже будет фотку с ним сделать. Как раз вместе его обитания. Так, чтобы он пока он не спрятался. Тихо! Обратно стоять! Стоять! Помнит куда? Давай его подержи. Да, да, придержи. Вот просто только смотри, чтобы не сломалась, да, эта штука. Я сейчас, может быть, его даже чем-то. Да, я думаю, может, его туда выскоблить. Просто чтобы он сбежал. Тихо, тихо. Ой, туда перед. Не, нет, Виля, Виля, опусти туда, не запусти. Все, вот так вот. Нормально, да? Ну, сейчас покажу сблизи на видео его еще. Тоже ядовитый паук. Один из самых больно кусающихся у нас. Достаточно крупный. Это вот у нас самка, я так понимаю. Вот. Но опять же не смертельно опасный. Если аллергии только не будет. Тарантул южно-русский. Красивый, крупный. Не думал, что удастся его прямо оттуда выманить, но получилось. Ладно, будем отпускать его обратно в нору. В норку. Иди к себе. На палочку. Да, он видно, уже потерялся. Давай обратно, обратно. Потерял свою нору. Все, он не признает, да, и уже думает, что документы потеряны на жилплощадь. Давай, давай, давай. Туда вот. О, все. Выкопай, погладь, положи обратно. Денис увидел аргиопу. Судя по всему, вот самцы подбираются к самке для размножения. Да, или где-то ее накормить. В общем, три самца к минимум видим. И вот одна самка посредине. Самцы поменьше, соответственно, самка побольше. Прикольно. Это у кого-то из пауков такая штука есть. Чтобы самка не съела самца, он приносит ей подарок. То есть он как бы... паутинки несет какое-то насекомое, чтобы самка пока его ела, он ее, в общем, обхаживал. Но некоторые пауки, самцы пошли дальше, они приносят ей пустую паутинку, и пока самка там с ней возится, он ее обхаживает и быстренько линяет. Самка разворачивает паутинку, а там ничего нет. Так что если думаете, что люди только на такую гадость способны, так и нет. У животных тоже это часто встречается. Еще одна самка аргиопы с самцом. Вон, самец сверху, самка чуть пониже.
завтрак, обед или ужин. Обмотанная паутиной. Ну и сама самка что-то ест. Отдельные участки с водой. Уже надел обувь на ноги, потому что грязь горячая местами и неудобно ходить. Вон вдалеке аисты взлетают толпой, штук, наверное, 10. А вот, нашли еще одного. Одну. Ну, тут, наверное, не будет видно. Вот кокон, вот это вот светлое, шарик, условно говоря. И вот прямо возле него справа находится паук. Наверное, придется сейчас его в какую-то коробочку посадить. Ну, чтобы посмотреть на него. Идея походить босиком хорошая, да? Здесь, да. Нет, уже не залезет. Уже мы его видим. Вот он. Ох, классно. Да-да, собираюсь. Сейчас подобрался. Ты помнишь, сколько скорость? Да, я помню. Поэтому, а ему кажется медленно, а потом так раз. А потом, да, потом раз и побежал. Сейчас. Другой часть. Не, он вот он здесь. Так надо, слушай, надо тебе взять домой, забрать кокон. Да, вылези. Сейчас. Ну все, да, все вот. Маленький, хороший. Добренький паучок. Вот наш каракурт. Тот, ради кого все это затевалось. Да. Ну это ВН, да. А еще можно чуть перевернуть. Сейчас. Ну как, вы видите красные пятна? Нет, красных пятен вообще не. Хотя его, конечно, перевернуть можно. Но оно так в описании и есть, что... Не обязательно. Да. Шарик поиграл. А он что-то себя чувствует не очень тут хорошо. Но мы его руками трогать не будем, как остальных пауков, потому что да. Ну вот. Каракурт. Одно из самых опасных животных нашего региона, да и вообще в Украине. Даже по сравнению с гадюками, от его укуса умирает больше людей. Такой вот маленький паучок. Называется также европейская черная вдова. Относится к семейству черных вдов. В переводе каракурт означает черное насекомое, но он не насекомое, пауки вообще не насекомые, это паукообразные. Как и скорпионы, это не те самые, не ракообразные, а паукообразные. Вот. А латинское название Latrodectus переводится как кусающий разбойник. Вот не хуй. О, вот, наконец-то побежал. Самка крупная. Самцы не могут прокусить кожу человека, поэтому они не опасны. А вот самки, да, прокусывают. И, по-моему, около 5% это смертельные случаи. Сам укус может быть ощущаться как укол булавкой, а дальше уже боль нарастает, появляется боль в животе, в мышцах, в общем, со всеми неприятными последствиями. Яд, нейротоксин у него, то есть воздействует в первую очередь на нервную систему. И что-то еще хотел сказать про него. А первая помощь – это прижечь место укуса, то есть если вы увидели, что вас укусил в конкретное место такой паук, тогда нужно просто взять 2 или 3 спички, приложить к месту укуса и отдельной спичкой поджечь. Для того, чтобы в момент возгорания сера именно то место прижгла. В этом случае яд разложится. А если мы подожжем просто спички и приложим, скорее всего, сера уже прогорит, а температура горения древесины не настолько высокая, чтобы разрушить этот яд.
Ну все, забираем, по-моему, просто жарко. Можно нет. Да, на высоких лапах. Да, как балерина. В трёхах три бабуина вокруг какой-то гадюки, знаешь, крутимся. Блин, это так и осталось на это место, знаешь. Ну, сейчас где здесь будет ползти. Да я пока снимаю. Ну, инопланетянин такой ездит. Что-то не то, что-то не то. Местности немножечко вдали от лагеря берега. Тут прямо на кустах солероса и наш солерос, кто не знает, вот такое вот растение. Собственно, оно съедобное, но оно соленое, поэтому сейчас много его есть не буду. Вот, и тут же, ну как бы тут же, вообще часто сегодня встречали аргиопы, мы конкретно вот этих. Вот опять же самка, их минимум вот два самца вижу возле нее сидят. Один здесь, второй прямо возле нее. Большое количество именно аргиоп этого вида. Ну это у нас паук кругопряд, то есть паутина у него отличается. Вот паутины каракурта. У каракурта такие тенеты, так называемые. То есть просто спутанная паутина, вот бесформенная, без определенной формы. Вот Вилли увидел еще одного паука с коконом. Сейчас, оказывается, не включилась вот камера вовремя. Да, вот собственно, блин. Сейчас, во-во-во. О, подожди, там на ней какой-то сзади рисунок. Вот этого надо вытащить, паука. Извини, паук, но вам придется. Вот он. Вот он. Да, он, по-моему, с рисунком с каким-то. Надо его чем-то туда подцепить. Ну. Ай, блин. Так и хочется, знаешь, по привычке рукой подцепить его. А, кстати, подожди, на брюшке... По-моему, нету. А да, нужно что-нибудь плоское, но не такое большое. А, да, если мы тапок засунем под нее, то возможно что-то. У нее, да, может быть, кстати, давай. Самое современное средство для изучения пауков. Вот, кстати, хорошо сейчас видно. Сволочь. Оно, какой-то рисунок у нее есть на брюхе, на верхней части брюха. Но вот светло. Вот она. Есть? Ну смотри на брюхо ее сверху. Не, вообще никаких черная, рисунков. Да, полностью черная. Полностью черная. То есть второй паук полностью черный. Вот который нам попался, который мы смогли рассмотреть нормально. Никаких рисунков ни с одной, ни с другой стороны. Ну, взрослая самка, они зачастую выцветают. Вначале у них пятнышки есть с верхней стороны, а потом они вот могут пропадать. Вот тут видно четко на брюшке такие пятнышки. Вот прямо выделяется на солнце, сейчас хорошо видно. Но это черный паук, просто вот оно на солнце так выглядит. Да, контрастно очень. Если бы он был не смертельно опасный, попробовал бы его на руки взять. Как говорят, что если его брать на руки и не придавить, то он не укусит. Но... Иди знай, просто рисковать, опять же, не хочется, серьезная опасность от них. Поэтому как бы здоровье, даже если вы не умрете, то здоровье сильно пострадает. Знакомый, кстати, рассказывал, мы у него покупаем корм для этих самых, для крыс и мышей, для грызунов. Он говорит, что, каракурт есть такой паук, ну я говорю, да, знаю. Говорит, знакомого укусил, у него до сих пор пальцы подергиваются, самостоятельно. А прошло где-то, он говорит, около года или что-то около того, получается, или в прошлом году, или в позапрошлом укусил его. Короче, коснуло мозг. Мозг или не знаю, или может там локально что-то, не знаю как.
Ну, в общем, да, нейротоксины там в действии. Поэтому, если даже не умрете, то, я думаю, можете потом очень долго жалеть, что брали его на руки. Вот, вернулись опять к тому камню, возле которого видели первый раз каракута. Вот, самого первого нашего за сегодняшний день. Ну и думали, с какой стороны лучше на них смотреть, когда ищем паутину. Вот со стороны солнца думали, классно. Но на самом деле, если там тени нет, в данном случае тень есть, вот она, этот участок с тенью. То есть на нем как-то еще видно паутину. На самом деле плохо. То есть если солнце находится у вас за спиной, вы смотрите на камень, то, ну на камень, в смысле, на паутину, то ее почти не видно. А вот с другой стороны, все намного лучше, потому что получается, какое-то растение или камень создает тень. И вот на фоне этой тени как раз и видна паутина. Вот как раз паутина очень четко видна. Не знаю, а вон там, по-моему, что-то и есть. Для статистики. Ох, блин. О, вот и он. Ух, тут два, маленький, большой. Кстати, вот у маленького что-то там светлое есть на, там, на брюхе. Дениса, можешь придержать камень, да? Чтобы я сейчас поснимал. И у большого тоже есть. Есть, да? Смотри. Есть? Да. А самки там, по-моему, ой, самцы там, по-моему, вообще такие незрачные. Не знаю, сейчас посмотрю, вот, чтобы четко было видно его. Тот, который поменьше, тот, который побольше. Сейчас наведусь, попробую на него еще. Ну да, вот красноватые какие-то есть. Две черточки, они бывают как сросшиеся в виде песочных часов. Либо красные, либо оранжевые, либо вроде желтые, если не ошибаюсь, описываются. Так что два у паука, вот поменьше, вот побольше. Там, по-моему, самцы у них вообще невзрачные. Там как бы отличить вот это жирным брюхом, это обычно. Как он съеденный лежит. Остатки водяного ореха, который также называется чилим, съедобное растение. Скорее всего, сюда принесло его как раз рекой Большой Куяльник, то, который мы сегодня уже показывали. Вот прямо среди вот так вот. Вот этого поля растет, не растет, лежит. Сейчас идем пешком, чтобы не заляпать ноги, там обувь. И вот можно случайно наступить, и будет очень-очень неприятно. То есть колючки у него крепкие, и можно не просто повредить. Поэтому нужно смотреть под ноги. Простите, ракушки. Самое низкое место в Украине. То есть тут есть точка, самая-самая низкая точка, которая вообще есть на нашей территории, территории нашей страны. Поэтому по-своему это место очень уникально. А соленость нашего лимана Куяльницкого очень высокая, там 200, не знаю, до 300, наверное, иногда доходит грамм на литр. То есть можно ложиться на спину, не грести ни руками, ни ногами. Вы не утонете, даже если выдохнете полностью лоб. Как мертвого моря прям. Вообще красивые места. Рад, что мы выбрались. Хотя поводом было именно найти каракутов. Давай, товарищ, пристрелите меня. Ну, у меня нет патрона, да, купи их у меня, да. 5, 6, 5. Женщин. Так. Да, красивые места, мало людей. Это всегда привлекало меня в Куяльнике, но, конечно, жара. Ну, собственно, если тут не было жары, то тут были люди. К новым горизонтам. Ты думал, что
вот на таких вот склонах каракурты живут. Я думаю, вот это их места. А оно вон это. Ну да. На островах они живут, основной вид. Да, красиво все-таки. Просторы и ветерок. О. Он где уполз в сторону эскадры? Как-то медленно. Не-не, он ползает, да. Он в тени сидел и не нагрелся, поэтому медленно сейчас. Видишь, он такой какой-то. Угу. Не спеша полз. Смотри, вот его прям лазит тля, по-моему, на небо, наверное, зелененькое. А, да, точно тля. Тля или цикад? Замешает. Слекает его от раздумий.